вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю. Я коней своих нагайкою стигаю, погоняю, что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, вытугую, не слушайте плеть, но что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успел мне допеть, не успеть, и я коней напою, и я куплет допою, хоть мгновенье еще постою на краю. Мы успели в гости к Богу, не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют такими злыми голосами, или это колокольчик весь зашелся от рыданий, или я кричу коням, чтоб не несли так быстро сани, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее, умоляю вас, скачь, не лететь. Но что-то кони мне попались привередливые, коли дожить не успел, так хотя бы допеть. И я коней напою, я куплет допою, хоть мгновенье еще постою на краю. Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, в восторженность не верю. И еще, когда чужой мои читает письма, заглядывая мне через плечо. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. Я не люблю, когда стреляют в спину, я также против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести и иглу. Или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю уверенности сытой, уж лучше пусть откажут тормоза. Досадно мне, коль слово честь забыто, и коль в чести наветы за глаза. Когда я вижу сломанные крылья, нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я дружу, досадно мне, когда невинных бью.
бьют. И я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. И я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю. Вдох глубокий, руки шире, не спешите, 3-4. Бодрость духа, грации и пластика. Общеукрепляющее, утром отрезвляющее, если жив пока еще, гимнастика. И если вы в своей квартире, лягте на пол, 3-4. Выполняйте правильно движения. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне, вдох глубокий до изне, мажения. Очень вырос в целом мире грипповирус, 3-4. Ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье, чтоб, применяйте, люди, обтирания. И если вы уже устали, сели, встали, не страшны вам Арктика с Антарктикой. Главный академик Йофе доказал, коньяк и кофе вам заменит спортом профи. Лактика. Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не имется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Не страшны дурные вести, мы в ответ бежим на месте, выигрыша даже начинающий. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих, бег на месте общепримиряющий. Дорогая передача, в субботу чуть не плача, вся канадчика удача к телевизору рвалась. Вместо чтоб поесть, помыться, там это уколоться и забыться, вся безумная больница у экрана собралась. Говорил, ломая руки, Краснобай и Баламут про бессилие науки перед тайною Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канадчиковы власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, может, лучше про реактор, про привычный лунный трактор, ведь нельзя же. Год подряд то тарелками пугают, дескать, подлые летают, то у вас собаки лают, то у вас руины говорят. Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год, и мы на них уже собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды, мы в унитаз, кто не дурак. Вот это жизнь, и вдруг Бермуды, вот те раз, нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало. Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни сети есть у нас и бредни. И не испортят нам обедни злые происки врагов. Да это их худые черти бермутят воду в пруду. Это все, я вам скажу, придумал Черчилль в 18-м году. Мы про взрывы, про пожары сочинили ноту ТАСС. Тут примчались санитары и зафиксировали нас. Те, кто был особо боев, прикрутили к спинкам коек. Бился в пене паранойи, как ведьмак на шабаше. Развяжите полотенцы и, наверное, изуверцы. Нам бермудно на сердце и нам бермудно на душе. 40 душ посменно воют, раскалились до бела. Во как сильно беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулис телевизор запретил. Вон он, змей, в окне маячит, за спиною штепсель прячет. Подал знак кому-то, значит, фельдшер вырвет провода. И нам осталось уколоться и упасть на дно колодца, и там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда. Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра, папы, что сказали эти кандидаты в доктора? Мы откроем нашим чадам правду, им не все равно. Удивительное рядом, но оно запрещено. Вон дантист на домне крутит, у его приемник рундит. Он его ночами крутит, ловит контрафейербе. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком, а к нам попал в волнении жутком.
растревоженным желудком и с номерочком на ноге. Он прибежал взволнован, крайне сообщением нас потряс, будто наш научный лайнер в треугольнике погряз. Сгинул топливо истратив, весь распался на куски, но двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме. Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли, и один из них механик рассказал, сбежав от нянек, что бермудский многогранник — незакрытый пуп земли. Что там было, как ты спасся, каждый лес и приставал. Но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он как над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь. Взвился бывший алкоголик, матершинник и крамольник. Говорит, надо выпить треугольник, на троих его даешь. Разошелся так и сыпить, треугольник будет выпить. Будь он параллелепипед, будь он круг ядрен ваш. Пусть безумные идеи вы не рубайте сгоряча, вы отвечайте нам скорее через доку главврача. С уважением, дата, подпись. Отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото. Я вам, ребята, на мозги не каплю, но вот он перегиб и парадок. Кого-то выбирают римским папою, кого-то запирают в тесный бокс. Там все места блатные расхватали и пришибились, надеясь на авось. Тем временем по всей честной Италии на папу кандидата не нашлось. Жаль, на меня не вовремя накинули аркан. Я засосал стакан и в Ватикан. Церковники, хлебальники разинули, замешкался маленько Ватикан. Мы тут им папу римского подкинули, из наших, из поляков, из славян. Сижу на нарах я, на Рафаминске я, когда б ты знала жизнь мою губя, что я бы мог бы выйти в папы римские, я, а в мамы взять, естественно, тебя. Жаль, на меня не вовремя накинули аркан, я б засосал стакан и в Ватикан. При власти, при деньгах или при короне ли, судьба людей швыряет, как котят. Ну как мы место шаха проворонили, нам и этого потомки не простят. Шах расписался в полном неумении, вот тут его возьми и замени. Где взять у нас любой второй в Туркмении, Аятолла и даже Хамени. Всю жизнь свою воротовую рогами, как барат, а мне бы взять Коран и в Тегеран. В Америке ли, в Азии, в Европе ли, тот не здоров, а этот друг умрет. Вот вместо Голдемейр мы прохлопали, а там на четверть бывший наш народ. Плывут у нас по Волге ли, по Кабели, таланты все при шпаге, при плаще. Руслан Халилов мой сосед по камере, там Мао делать нечего вообще. Жизнь мою воротовую рогами, как баран, а мне бы взять Коран и в Тегеран. Успехи наши трудно вчетвером нести, но каждый коренаст и голенаст. Ведь воспитали мы без ложной скромности наследника Анасиса у нас. Следить не за безвременно умершими, уйдет вдова Анасиса Жаки. Я буду мил и смел с миллиардершами, вы дайте только волю, мужики, вы дайте только волю, мужики.